Приветствую всех любителей биатлона. 30 секунд до старта. Лиза Витоци под первым стартовым номером. В новом году встречаем биатлон. Лиза Витоци, третье место в мировом рейтинге, стартует в новом году на Кубке мира. Сегодня у нас едет Марта Ольсбу-Ройсланд, выходит наконец-то на четвертом этапе. Также Эльвира Оберг под третьим стартовым номером, Ингрид Андервольд под шестым, Анна Магнуссен восьмой, Лин Персон одиннадцатый, Джессика Ислова на тринадцатом стартовом номере, Мари Эдер 17-й, Доротея Вирер 21-й, Жули Симон 25-й, лидер мирового рейтинга, Ванесса Вой 27-я, Анаис Шевалье-Буше 29-я, Маркета Давыдова 31-я, Марта Ольсбу-Ройсланд 32-я, Лиза Тереза Хаузер 33-я, Денис Херман 35-я, она сегодня у нас с красной майкой лидера. Так, и Лена Хэкки 45-я, ну и звезда. Все мы будем сегодня следить за 50-м номером, Анна-Мария Лампич. Эльвира Оберг сегодня стартует 14-я, ошибся я. У нее синяя майка лидера. Она
на первом месте среди юниоров до 25 лет. Камила Жук стартует. Камила Жук, another athlete that shot clear in the sprint in Le Grand Bonheur, the last of the sprints on the World Cup, and but she finished down in 43rd. So. Лизавитоци уже преодолевает первую отметку, километр 100 метров. А Thunderbolt только стартует. Напоминаю, что сегодня у нас три круга по 2.5 километра. Спринт. Первое стрельбище из положения лежа. Второе из положения стоя. Just trying to get the sound there, you can still feel it's icy. So I think this group one have got the, without doubt, the best possibilities to get the fastest track time. Yeah, we'll see on the downhill sections just how quick it is. Yulia Zhima for Ukraine comes out of Kyiv. And I just wonder, you know, how the Ukrainians have to spend their whole time away from home to train. How are they doing that? How are they affording that? Yes, they're just trying to get the lowdown. I know that the IBU were assisting, and they asked many nations, will you take and assist in terms of training? Сегодня будет очень интересная борьба, и очень сложно предугадать победителя. Очень интересно посмотреть за Мартой Ольсбу-Ройсланд. Все-таки она пропустила три этапа, и после болезни сегодня стартует. Будем болеть за нее. Все-таки действующий чемпион мира, обладательница трех хрустальных глобусов. В прошлом году она выиграла общий зачет, выиграла спринт как раз и выиграла гонку преследования. Также Анна-Мари Лампич, которая пришла из лыжных гонок, сегодня стартует под 50-м номером. Она на пристрелке лежа попадала 5 из 5, а вот стоя она попала лишь один раз. Я надеюсь, что сегодня она попадет в топ-10. Даже в топ-15 это будет очень хорошо для нее. И надеюсь, справится с стрельбой, а по скорости, я думаю, она будет 100% первой. Вот, у Кале Астри Шлетемарк. Она представительница сборной Гренландии. Я удивился. Ей 21 год. Выступает она на кубке IBU, 24 место она занимает, и вот ее старт на Кубке мира. Всех приветствую. Привет из Петропавловска. Всем привет. Thunderbolt выигрывает секунду Лизавитоци. And Ekhoff are both back. Roysland is here today. Ekhoff, no sign of her. Many thinking we won't see her in January. Will she make an appearance for the World Championships? Well, she's going to struggle to get into the team, I suspect. Yeah, I think she will. She'll struggle. Deidre Irvin from Jericho. That's in the USA, not the other Jericho. Мария Эддер на наших экранах. А тут уже Джессика Ислова готовится к старту. Эльвира Оберг. На сегодняшней гонке у букмекеров Эльвира Оберг была с самым маленьким коэффициентом. Так сказать, 4 коэффициент на ее победу был. У любителей ставок. Посмотрим, что она покажет сегодня.
Ханна Оберг, сестра старшая, отсутствует по болезни. Она написала в своем инстаграме, что после Рождества приболела и так и не восстановилась. Пропустит этот этап и уже появится на следующий. А тут у нас первая стрельба. Лизавитоци. Промах. Два промаха. Три промаха. Четыре промаха от Лизавитоци на первом стрельбище в 2023 году. Да, действительно, а что происходит? Очень странно. I'm just wondering whether the wind played a part. This is how to do it. Lovely shooting. Fialkova full of confidence. Fialkova попадает 5 из 5 и пока что лидирует в сегодняшней гонке. And out she goes to set a new lead time and a realistic target for the big guns to chase later on. 705 on the штрафной круг у нас 150 метров, обычный, стандартный. Сейчас уже Андрей Сыхов пишет, что не ждать многого от Марты Ольсбу-Ройсланд. Не знаю, не знаю. Все-таки чемпион мира не стал бы выходить в плохой форме, я считаю, на этап. Я думаю, она покажет сегодня. И топ-15 от нее точно будет сегодня. Эльвира Оберг. Четвертое место. Отрезки. Километр. А вот и Thunderbolt на стрельбище. Не промахивается Thunderbolt и уходит со второго места. Доротея Вира, двукратная чемпионка мира, стартует. Сколько ей? Уже 32 года. Анна Магнусен, которая выиграла спринт на предыдущем этапе в Анси во Франции. Посмотрим, что она покажет сегодня. Did she drag? Well, that second shot was low as well, so the sights. Third one was slightly higher. Fourth one a little left. What a pity. Один промах, и уже будет очень трудно Ани Магнусен попасть в топ-10. Я так считаю. Jean-Marc Chablot there on the telescope. He'll be disappointed. Magnussen is better than that, missing the first shot. Interested to see that Strămoș of Romania has set the quickest time at 1.1. Vitozzi is the quickest at 1.1. Фиалкова будет на подиуме. Надеемся, надеемся. Было бы неплохо.
Галкова пока, да, на первом месте. Если отстреляется на ноль, то все шансы будут у нее. Lynn Persson, another athlete that had a good run in Le Grand Bornard, finished second behind her teammate Magnussen, and a respectable time coming in. Fourth place, 11 seconds down on the best. Lynn Persson, один промах совершает и идет на штрафной круг. But it will be the second and third lap where we see how her pacing is. Batovska still the leader at the first shoot. She's still got the best time at 3.6. Так, а вот и Эльвира Оберг. Один из главных претендентов на сегодняшнюю победу. Давайте посмотрим, как она провела свои рождественские каникулы и как отдохнула. Надеюсь, сколько у нее? 164 пульс показывает на часах. Стреляет без промахов, медленно, но точно. Отлично, Эльвира Оберг в борьбе за медали. Сколько? 8 секунд от Фиалковой. Очень хорошо Фиалкова ходом идет, раз... Побеждает Оберг. Она из Шевалье Буше, а Жюли Симон уже стартовала. И уже прошла отрезку 100 километров. Она пока что 8-я. А вот и Фиалкова, Паулина. Давайте посмотрим. Отлично. Промахивается. С одним промахом. Пока что ходом она лидирует, но побеждает она буквально у одного человека. Вот она, красавица, Ольсбу Ройсланд, да, Ройсланд is back, говорят комментаторы, старт от нее, наконец-то, у нас появился еще один претендент, который будет бороться за медали на каждом этапе. И посмотрим, как Жюли Симон будет ехать бок о бок с Ройсланд. Time 11 seconds outside, so the same sort of time as Persson and Zima. Batovska Fialkova still the fastest into the range for the first time as we see Tandrevold attempting to clear another five targets.
Tandra Vold 11 seconds off Tofska's time, and she's missed one already. Чатики спрашивают, выступает ли Казахстан. Да, выступает. Кондратьева под 72-м номером, Ахатова под 79-м, Егорова под 92-м. Будем ждать. А пока Thunderbolt на второй позиции после второго стрельбища с 17 секундами отставаний. Дарте Вирор стреляет на 0. И 12 секунд будет проигрывать Фиалковый. Юлия Джима без промахов сегодня. Отличная стрельба. Посмотрим, как она проедет третий круг и может побороться за топ-10 даже сегодня. Отлично. 16-17 секунд. Wasn't at the races in terms of her track speed pre-Christmas. Well, you mentioned the snow completely breaking up. It's very damp, it's very wet in this section on the range, the sunniest spot. Lisa Gasparin. Лампич сегодня будет, да. На 50-й у нее стартовый номер. А сейчас стреляет Джули Симон. Напомню, у нее один промах за три этапа. На один промах лежа. Пока что она самая точная на этапах Кубка Мира, и сегодня она тоже не промахивается. Уходит 9 секунд отставание от Фиалковой. Лин Персон тоже с отличным временем и попадает 5 из 5 и уходит. Отлично, сколько? 15 секунд отставание от Фиалковой. Хороший результат. Ждем. Вот она, Эльвира Оберг. Попадает. 10 из 10 сегодня, и Эльвира Оберг едет за медалью. А какая? Покажут конкурентки. Мы еще не видели, как стреляла Херман. Ройсланд. И даже не видели, как стреляла Маркета Давыдова. Вижу в чате очень много поклонников разных
девушек, биатлонисток, и это прекрасно. Фиалкова финиширует первый сегодня. И также в маленьком окошке мы смотрим, как стреляет Маркета Давыдова. Отлично. 20 минут 51 секунда. Первое на данном моменте. На данный момент... Давыдова без промахов отправляется с отставанием 7 секунд. А вот и Ройсланд. Давайте посмотрим. Let's find out. Уверенная, быстрая стрельба, и это 5 из 5. Как будто бы и не болело. Отлично. Ройсланд уходит с отставанием 6 секунд от Фиалковой. Отлично. Также Лиза Трезехаузер. Эх, промахивается Хаузер. Обидный промах. Не ждем Денис Херман на стрельбище. Тандерволл тоже финиширует. Большое отставание у нее будет. Вот Херман на стрельбище. Промахивается последним патроном Херман. Очень обидно. А Доротея Вирер попадает. 10 из 10 от нее. Прекрасная стрельба, да. Согласен с англоязычными комментаторами. Юлия Джима, которая без промахов сегодня, уже финиширует. Проиграла она сколько? Около 20 секунд со второго огневого рубежа. Но отличный результат для нее. А вот и Эльвира Оберг на финише. Подъезжает к отметке 6,8 километров. И будет лидером с огромным преимуществом. Двадцать пять секунд. Отлично. Лин Персон тоже подходит уже к стадиону и финиширует. Жюль Симон, смотрим. И Симон не промахивается. О, да, какая ждет нас борьба на финише. 10 из 10. Жюль Симон проигрывает
5 секунд после второго стрельбища Эльвиры Оберг. 5 секунд. Ну, посмотрите, как работает Эльвира Оберг на последнем круге. Сможет ли Симон догнать ее? Отработать еще лучше. Но не забываем, что еще не стартовал главный конкурент, Анна-Мария Лампич. Выигрывает 26 секунд у Фиалковой. Молодец, Оберг. Анна Гандлер. Сегодня ей исполнилось, кстати, 22 года. Молодая биатлонистка. С двумя промахами. Отличный результат, я считаю. А на отметке Жюли Симон на отметке 6,1 километр пока что проигрывает уже 10 секунд. Оберг очень быстро идет. Вирер проигрывает 13 секунд у Эльвиры Оберг на третьем круге. На отметке 6,8 километров. Маркета Давыдова. Второй огневой рубеж. Смотрим. Один промах у Маркеты. Вот Лена Хеке попала в кадр. Сейчас скажу, как она отстрелялась. С одним промахом. Пока что и на 30-й позиции она находится после первого огневого рубежа. А вот и Марта Ольсбу-Ройсланд. Нет, нет. 9 из 10. Очень обидный промах от Ройсланд. И она после второго огневого рубежа пока что 11-я. 11-я, да. 35 секунд проигрывает у Эльвиры Оберг. Дартея Вирер подъезжает к стадиону. Выезжает на финишную прямую. Напомню, она проигрывала 13 секунд на отрезке 6,8 километров. Лиза Трезехаузер 5 из 5, а Вирер проиграла около 5 секунд за 700 метров. Но все равно отличный результат от нее. Вот, вот она, Анна-Мария Лампич. Все мы ее ждали, и вот она. Херман Мажет. Лампич, два промаха.
И не такой большой отрыв у нее ходом, как мы можем видеть. Я пропустил, сколько Херман промазала. Один. Жюли Симон. Проигрывала 10 секунд. И уже видно, что нет сил, но борется, борется. Жюли Симон. Денис Херман сейчас после второго огневого рубежа, 15-е. 40 секунд отставания у нее. Маркета Давыдова пока что 5-я, а Ройсланд едет 11-й. Жюли Симон проигрывает 7 секунд. Отлично. Молодец. Что-то с картинкой не так. Анна-Мария Лампич пока что лишь 38-я. 50 секунд у нее отставание. Но она еще отыграет. Так, на отметке 6,1 километр. Ройсланд 12-е, Хаузер 13-е. Давыдова мы видим уже 4-е. Ой-ой-ой, картинка поплыла. Давайте не будем оскорблять гонщиц. Сегодня у нас праздник, все-таки день биатлона, и не хочется видеть оскорбления в чате. Указывает на Аита Гаспарин. Давыдова. 28 секунд отставания. Проигрывает Фиалковой. Сейчас мы посмотрим за финишем Ройсланд. Пока что она лишь 11-я.
А вот и она. She was 35 seconds or so behind, but I have a feeling she might have taken a fall on that last loop because she's now almost a minute behind the leaders. I'm very surprised, and certainly the body movement there doesn't indicate that. Да, видимо, не хватает ей еще немножко скорости, но это придет. Скоро Кубок мира в феврале, и там, я думаю, она будет на высоте, как и на Олимпиаде в прошлом году. Лиза Терезахаузер тоже уже подъезжает на финиш. Проиграла 53 секунды. Проиграла всего 3 секунды. Эльвира Оберг. Хлоя Шевалье без промахов. Софи Шаво. Денис Херман тоже с двумя промахами. Приезжает шестой. Мужской спринт будет завтра. Терлехов болеет, у нее бессонница, она пропустила уже и пропустит этот этап, пропустила все три этапа предыдущих, а Ханна Оберг заболела после Рождества и пока что не восстановилась. And that's very sad, so we'll have to wait till the weekend when there's a doubleheader of giant slaloms and Schifrin favourite to win both of those. And if she does that, she will move ahead of Lindsey Vonn in terms of the number World Cup win. So a little bit disappointing from Zagreb. Very, very warm weather overnight, Mike, but it was the combination of warm weather and wind. Ложе Мано без промахов сегодня также. Отставала на 50 секунд. О, давайте посмотрим на стрельбу Анны-Мари Лампич. Промахнулась. Четвертый. Да, промахнулась она. И пока что будет проходить 4 штрафных круга. Также хотел упомянуть Лизу Витоци, которая на первом огневом рубеже промахнулась 4 раза. Она на стойке промахнулась 2 раза. И тоже с 6 промахами. Финишировала 37-й. So she's come in here very happy, and she really has attacked this track. Yeah, Group 1 took us down to which 30 number was it? 38. 38. So all the top positions, all the way down to 16, have come out of Group number 1. Lien, the best of those who hasn't. То можно уже поздравлять, я думаю, Эльвиру Оберг. Не знаю, кто еще может пока. Да, нам показывают уже результаты. Ройсланд 14-е. Пока что.
she was challenging for podium position, so she's there or thereabouts. Ну да, Херман очень хорошо прошла дистанцию, без сомнений. 36 секунд — это как раз около двух кругов штрафных. Примерно с одинаковым ходом они шли. Чуть быстрее была Эльвира Оберг. Steiner is absolutely going to keep this alive at 55. So no change in the top positions. Urberg, Simon and Vera are the top three. Batovska, Davidova, Herman, 4-5-6. I think they're safe. Persson, Tandrevold, Ada, 7-8-9, and they're safe as well. Now, Sophie Chavour, actually, of the later starters, she was having the best run and came into the first shoot in 11th position. Показывает нам Софи Шаво, которая в Анси показала себя очень хорошо. Помню, как ее приветствовал весь стадион. Это было невероятно круто. Посмотрите, если пропустили. So of the later starters, she's having the best ski. She is in the French team. Many new names in the World Cup now. At this time last year, they had three in the top 17. Лена Хеке с двумя промахами, по одному на каждом рубеже, финиширует 15-й. А нет, да, 15-я. Лена Хеке. Ждем финиш от Анны-Марии Лампич. Сейчас я посмотрю на отметке 6,1 километр. Она проигрывала 2 минуты 44 секунды. Софи Шаво уже приближается к финишу и попадет в топ-8. Отличный результат для нее. 23-летняя француженка. Хороший результат показывает. Лампич, да, была лыжница, и это ее первый сезон в биатлоне. Спасибо, Юлька Поцелуйка, что ответили это в чате. У Лампич сейчас 50-е. 2 минуты 50 секунд отставания от лидера. Покажут ли нам ее на финише или нет, потому что уже показывают лидеров сегодняшней гонки. Эльвира Оберг могу только поздравить. Заслуженно, абсолютно заслуженно. Выиграла. Очень рад за нее. Да, топ пока так и выглядит. Эльвира Оберг первая, Жюли Симон вторая и Доротея Вирер третья.
у троих без промахов сегодня. Напомню, что 7 января 13:30 по московскому времени будет женская гонка преследования 10 километров. Льви Роберг поедет первой, и все зависит только от нее, чтобы забрать второе золото в новом 2023 году. Завтра у нас будет спринт у мужчин. А вот и Анна-Мария Лампич. Она проиграла ходом Эльвиру Оберг за целый круг 3 секунды. Ну, видимо, 4 штрафных круга тоже сложились на этот результат, и не так легко они дались. Обидно. Так сказать, чудо так называемого не произошло, но еще не вечер. Анна-Мария Лампич покажет. 50-й стартовый номер у нее, и 50-е место она занимает. Отличный результат. Нет. Шуточка. Так, давайте посмотрим. Оберг первая, Симон вторая, Вирер третья, Фиалкова четвертая, Давыдова пятая, Херман шестая, Лин Пёрсон седьмая, Софи Шаво восьмая, Тандерволь девятая, Мари Эдер десятая, с одним промахом. Лиза Тереза Хаузер 13-я, тоже с одним промахом. Марта Ольсбу-Ройсланд 15-я. Лена Хэки 16-я. Юлия Джима 18-е место без промахов. Шевалье Буше с тремя промахами 27-е место. Джессика Ислова 29-е. Кто еще? Мне вот интересно, Витоци какое место заняла? 48-е пока что. Витоци, а Лампич уже 51-е. Басерга, швейцарка, да? Она пока что на 17-й строчке на отметке 6,8 километров. 59 секунд у нее было отставание. Посмотрим, как она финиширует. Тоже без промахов сегодня. Штейнвик. Just thinking, Patrick, often the gloves give you more.
feeling through the rifle, more tightness on the rifle. Fem Steinweg so often, and it's what she does. She doesn't mind the cold, even down to minus 8, minus 10. She doesn't wear gloves. And often the shooting is... Сколько? 50 секунд. Проигрывает норвежка. Corner doesn't look like much, but it is a very tight corner when your legs are at the most fatigued with just what 120 meters to go. Сейчас нам должны уже показывать Басергу, так сказать, швейцарку. Она идет неплохо на самом деле. Меньше минуты отставания. Подходит на стадион. Интересно посмотреть. А вот и она. Да, отличный результат. 14-я строчка от нее. Ну, все конкуренты, конкурентов на топ-20 уже даже нет. Я буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что зашли на трансляцию, поставили лайк, ведь это так важно. Но все-таки спасибо всем за просмотр. Отличная гонка. Эльвира Оберг. Просто прекрасно. Молодец. Поздравляю ее с победой. Всем спасибо. Я пошел. А лучшие моменты сегодняшней гонки, хайлайты, я вам оставлю. Всем спасибо. Пока, до 7-го, а может быть и завтра посмотрим спринт у мужчин. When did your pulse reach 100, last reach 170? Oh, it did this summer, actually. Yeah, it doesn't get... So I would imagine Elvira's maximum pulse is something around 200, 205. Yeah. What's the calculation? 220 minus your age? Well, it doesn't always work that way. No. Late start for... Colombo, she wouldn't have liked it when she saw the order and will obviously have checked up on the weather conditions. Does beg the question, Mike, why start so late in the day? I know the answer is that they thought if you start too early, it's just going to be rock hard. Very difficult to get the balance. It is, and probably, you know, when they were planning these World Cups, probably the consideration fitting in with other winter sports today as well, and TV time. Yeah. I would imagine playing its part. Certainly. But we would expect minus 9 to minus 13 on this plateau at this time of year with a meter of snow. Yeah. And the other option is to hold it a bit later. And then the coaches have that dilemma. Is it going to get cold enough, quick enough to make it worth going in the last group? That always creates a really interesting race because you then get some of the better athletes going later. And I think Martin Fourcade, on that very scenario, nearly ruined his whole season by having to push so hard going late in wet snow. He still won the race, but it really disrupted his season. Men's sprint tomorrow, incidentally, start time exactly the same, and
we'll look forward to that, see whether Johannes Tingesbø is still in the same sort of form. You know, with the success he's had this season, you'd have thought that the World Cup was wrapped up, but it's far from it. You would think, with, as you say, the success that he's had, how can anyone get close? But of course, Ligrid has not had a bad day. Everything about Ligrid is hitting targets. Ski speed is always reliably strong and good. Top five ski times, so the chase is on. Mona Brorson, she's always so reliable, isn't she? Well, hopefully she is in the stand, but at the Olympics, they depended on her. They could have taken maybe, you know, in terms of track time, a faster skier, but they knew that Mona would produce on the range under extreme pressure, and she did hit all the targets in the relay without spares at the Olympics. Yeah, and of course, she played a big role in Sweden getting the gold medal in that event. Last time we saw her in the World Cup was in Oslo, and she did all three races there, 50 shots, 47 hits out of 50. We would expect to see five full. But remember, her first World Cup of this season. Pulse rate 167. Surprised she dropped her magazine. That was close. And a nice, good shot to finish it off. Brorson goes 10 out of 10. Welcome back. Yes, I think you sense some nerves there. Your magazine, it's automatic. You take the empty magazine out, you slot the new magazine in to drop it. It's an absolute beginner's error, that was. Didn't put her off, which is the most important aspect. The field's quite tight there, Patrick, after the stand shoot. Your minutes separating, what, the first 30 is good by Athlon. Of course, the last lap changes things there. So tomorrow, I think, it's going to have to be 2:40 to make the top 60, 2 minutes 40 behind to make the pursuit competition. Only Vera's second podium of the season. She did take the second position in the pursuit at World Cup 1. It's at the moment, to make the top 60, the time stands at 2 minutes 53. Well, that's going to come down, without a doubt. 2 minutes 30 won't be far off as a prediction. Hauser remains the best of the Austrians. Davidenko has done well for the Czech Republic, sitting in fifth at the moment. The only athlete in the top 16 to have missed more than one is Denise Herrmann-Wick, and with some incredible skiing on the last lap, she's got herself up into, where is she, sitting in sixth place at the moment. Just the security, the strength of this position. I did think in the interview at the beginning of the program, Patrick, that when everyone talks about your shooting, it's hard to not let it get into your mind. You know, am I going to have a bad day? And I thought that might be the case, but Julia Simon, she's so confident this season. Yeah, certainly seems to have been the case with Lisa Vitozzi. What did you say? Six misses altogether for Vitozzi. She's down in 57th place at the moment, and I don't think she's going to survive in the top 60. I'm not sure she wants to survive in the top 60, because she will be starting 2:54 behind the leaders. Petish Valtz. Oh, that's expensive. One miss in the prone, two in the stand, and well, maybe Vitozzi. I thought that Hetish Valtz would put Vitozzi down, but maybe not now, missing two. Lampitz hasn't made the pursuit. She's in 62nd place. Caroline Colombo already going
That was Liam Meyer just going through for Switzerland. Only 21. So if you took an athlete, Mike, let's say for the sake of argument that they can ski, as we have a look at the top positions again. This, of course, is Elvira Urberg. How long before you get someone who can ski well, who hasn't shot, how many seasons to develop them into a proper biathlete? I think by season three, you would have blips, you would have good days, very good days on that journey, but till you get a routine and I think an understanding, your second season or your third season. And what sort of personality traits do you look for in someone who you think is going to become a good shooter? It's a good question because, you know, you need someone who's an attacker, so an aggressive athlete. They have to be strong on the track, but you need this tranquil, so a calm person. You don't want a jumpy personality. Someone who's quite calm. You could, but I do believe you can turn anybody. 99% of the population can be trained to become good shots, very good shots. The exceptionally good shots takes a little longer. Yeah, for all of you out there who've tried it and failed, try again. Well, weirdly, my journey, I was the worst natural shot in the world. Couldn't hit much ever. And no pressure going to the first Olympics, but in the second season, I think I missed 2 out of 40 at that first Olympics and with some success. So again, those early years, you don't feel pressure. So that's also why Lampitz, I think, was so successful